Хочешь? Давай, давай, ну, давай! Оба заезда, просто. Упало, просто да? Тупейшие фейлы. Ну как так? Что случилось? А, колесо. Здравствуйте, в эфире Марьяна в Тиме. Что мы здесь забыли? О, Стасик. Стасик, какие носки лучше, белые или черные? Белые. Белые. Вот. Там будет пыльно, грязно, и они быстро станут серыми. Но пока, на первый раз, но они красивее, чем эти черные. Пишите в комментариях, какие носки лучше. Катаны, привет, с вами Марьянов Тим. Итак, мы побывали на мини-дыхогонке. Это весело, это забавно, это круто. Мы нафейлились, особенно я нафейлился. Давай! Это наше первое участие в гонке такого плана. Что мы увидели? Мы увидели полностью отбитых девчонок, юниоров, элиту, любителей, мастера. Тут мастера 30+. Трасса вся в пыли. Каждый заезд ее все сильнее и сильнее разрыхлял, превращал в пыль. Это прикольно, это забавно, но очень скользко. Да иди сюда, то что ты расскажешь про гонку. Я оба раза размотался, притом, ну, очень обидно. Я посмотрел потом время, я был бы на тумбе. Ну, это отличает как раз, как там, взрослого, адекватного мужчину от мальчика. Да, да. Едет, мужчина едет стабильно, не быстро, но стабильно, а мальчик просто на все бабло рубит. Конечно, соперники жесткие. Да. Как тебе примач? Прикольно. А вот и несется прыгнул, смотрите, как красиво, и поехал быстро вниз. Вот к нему на МТБ школу я бы записался. То есть вот так вот, к нему да, а ко мне нет. Да. Я доволен результатом, все классно. Покатались, фоточки есть, поспускались, Катя вторая. Все шикарно. Отлично. Все, мы пока. Счастья. Мы в МАК. Давай, приятного аппетита. Заезд девчонок. Заезд мастеров. Всем привет! Я сегодня на Кубке Украины по мини-даунхиллу, микро-даунхиллу, я бы сказал. Трасса очень короткая, людей очень много, что будет, непонятно. Что тут все собрались? И не поубивал этих всех пидорасов коронавирус. Ой, не поубивал этих моих друзей коронавирус. Все приперлись. Заезд любителей. We'll be right back.
заезд элиты. Увидели много фейлов, ребята, которые раскладывались, прямо искрили. Я тоже несколько раз разложился. Это забавно, прикольно и обидно. 3, 2, 1, старт! Приезжай попробовать ДХ, говорил Стасян. Будет весело, говорил Стасян. Ага. Пидор. Катаны, если вам понравилась такая туса, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Не прыгай, не прыгай. Я... Дай его лицо. Тупо в дырочку всовываем. Оп. Дырочка не маленькая. Оп. Все, вставил. Есть. Стоять. Стой. Смотри на него, собрался уже куда-то. Пишите в комментах, если вы тоже общаетесь с Вилом, когда его чините. Ну все, все держит. То есть вы поняли, за 30-секундный спуск оно спустило в ноль, дырки достаточно большие, они, то есть, разбитые ободом, а сейчас шнурки их держат без проблем, шнурок сам по себе липкий, раздувается. Ну, в идеале вот это срезать ножницами, чтобы оно нигде не зацепилось.